Тестушки в избушке, друзья, сегодня 7 февраля день рождения огнетушителя. Первый огнетушитель был запатентован 7 февраля 1863 года. Именно эту дату принято считать днем рождения огнетушителя. Изобретение, ставшее прообразом современных огнетушителей, принадлежит американскому инженеру Алану Крею. Огнетушитель ведь привык трудиться. Каждому он сможет пригодиться. Ой, пожар, беда, спешите, где же наш огнетушитель? Знак я видел на стене, этот знак поможет мне. Прибор нужен человеку, сорви пломбу, дергай чеку, на рычаг ты нажимай, огонь пеной заливай. Ветра не тушите, снизу начинать спешите, в нишах сверху идеально, баллон держим вертикально. Спички, зажигалки, свечи, имени играют дети, как пожар потом тушить, детям нужно объяснить. Взял бенгальские огни, знает опасные они, дома их не зажигай, а на улицу шагай. Хлопушкой осторожно, искалечить себя можно. Глаз попасть или в лицо, и не выйдешь на крыльцо. И опасен газ на кухне, может сам огонь потухнуть. Газом просто отравиться, а потом лежать в больнице. Если печка дома дети, ты за жизнь детей в ответе, никуда не уходи, за окнем сам проследим. Нельзя прятаться в пожаре под кроватью и в амбаре. Ты из дома выбегай, зови взрослых, не зеваем. А сейчас загадка. Быстро тушит он огонь, только зря его не тронь. На стене висит, молчит, а перевернешь, шипит. Ну что, догадались? В Калифорнии пожар бизнесу нанес удар. Пожар помнят наркоманы, поле сжег марихуаны. Ой! Вы огнетушитель взяли и тушить пожарным стали. Вы герой, вы победитель, вам помог огнетушитель. Молодцы! Вы герои, вы помогли.
огонь.